Вы говорили сегодня два раза, что воспитание дает через пример, пример преодоления. Можно сказать, что такое воспитывать от примера преодоления? Пример может быть очень простым. Мы хотим объединиться со всеми, чтобы все испытывали хорошие отношения друг к другу, потому что система, которая связывает нас воедино, пробуждает в нас вопрос либо объединяться от зла, либо объединяться добром. Реши, что тебе больше нравится. Ты хочешь войны массового уничтожения? Пожалуйста. Ты хочешь жить хорошо, в безопасности, в хорошем отношении ко всем? Пожалуйста. Ключ в твоих руках. Одно из двух. Но все основано на реальности. Все основано на реальности. Спроси их, почему они не кричат, почему они не видят. Они этого не увидят, потому что это идет от высшей силы. Они этого не увидят. Даже когда кричат и говорят, что да, нужно объединиться, и много, есть много таких уже статей, но сами не могут сделать ничего. Да. Так что значит давать пример? Давать пример означает, что мы говорим об этом со всеми. И кроме того, мы между собой создаем, как, например, на конгрессе или в наших группах, нужно делать все больше и больше. Я надеюсь, что в течение этого года мы действительно сможем показать пример международного объединения, международной организации, где есть разные типы, виды людей, и вообще абсолютно все. И все чувствуют себя как братья, которые составляют одно клей. И такая организация, такое объединение сможет дать пример всем. Всем. И без кабалы, без ничего. Есть сила в природе. Мы хотим пробудить ее. Эта сила оживляет природу. Она оживляет нас. Она развивает природу, развивает нас. Назови ее Творцом, назови ее Богом, назови ее природой, неважно чем. Это та же самая сила, которую мы должны пробудить, и она должна исправить нас. Почему она этого требует? Потому что таким образом мы узнаем замысел творения, цель творения, и ставим себя на уровень вечный и совершенный. Вот и все. Есть еще один уровень развития. И все это основано на науке. Все очень ясно и понятно.